Домашні улюбленці вже зовсім скоро вийдуть на патрулювання вулиць міста. Школа службового собаківництва Міжнародної поліцейської корпорації громадського порядку започаткувала безкоштовні курси для всіх бажаючих. Таким чином собаки різних порід та віку зустрілись на одному майданчику, щоб навчитись головним аспектам охорони правопорядку. Появилась ідея для того, щоб максимально обеспечити безпечність в нашому місті, призвать всех владельцев собак, чтобы они прошли у нас бесплатное обучение и совместно с правоохранительными органами вышли на защиту и охрану нашего города. В первую очередь мы собак сейчас уже есть за 2 недели собаки подготовлены по взрывчатке. То есть если собака чувствует запах взрывчатых веществ в автомобиле, она об этом это показывает и, соответственно, группа уже может сработать и обнаружить, это, разминировать или найти, или показать. В дальнейшем, вот я сейчас для примера, что будет с этими собаками, я объясню. Когда РОВД спросили нас, что если в комендантский час, когда сделали несколько дней, понадобится наша помощь, сколько бы людей могло выйти? Когда мы задали этот вопрос нашим людям, они рассчитывали, ну, может, 2-3 собачки мы сможем выделить. Подняли руки, все захотели выходить. Питання дресирування собак, щоб знаходити вибухівку, сьогодні найактуальніше. Очільник школи службового собаківництва стверджує, що після перемоги знадобиться багато часу на розмінування територій. Однак, перш ніж привчати чотирилапих до пошуку вибухонебезпечних предметів, їм слід надати елементарні ази. Адже собаки, яких привели на перше тренування, мають різний рівень навичок. Необхідність таких собак колоссальная, я считаю. Плюс наши пляжи в Одессе, я считаю, тоже могут быть подброшены и заминированы, все что угодно. То есть мы видим, что насколько подлый этот враг наш, и собака, которая умеет обнаруживать взрывчатое вещество в проезжающей машине, это просто подарок. И вот вы видите, что люди откликнулись, и насколько разные собаки, казалось бы, вообще не к этому месту. Вот, не поисковики, но тем не менее приходят, ну, получат, значит, какой-то другой опыт и пользу от этого, они станут более послушными, более управляемыми, что нужно для кавказцев, там, ну и вообще всяких невоспитанных собак, это очень нужно. Мы дадим это все, мы умеем, это наша работа, у нас нет проблем с собаками, у нас проблемы всегда с хозяевами, с собаками мы знаем, что делать. Кінологи зазначають, що на навчання всім необхідним командам знадобиться 6 місяців. Тренування проходять щотижня, по четвергам та вихідним. За детальну інформацію можете звернутися за номером телефону, який бачите на екрані. У нас є 7 площадок по городу, в кожному парку. Поки ми запустили цю, дивимося кількість людей. На кожній площадці у нас також закріплені інструктори, спеціалісти. Поки ми формуємо все тут, потім будемо розподіляти по можливості по площадкам, щоб люди могли там працювати. В даний момент у нас виходить четвер, субота, воскресенье, 10:30 утра заняття. В перший день тренування на майданчику зібралося 40 хвостатих друзів. Всі вони мали грайливий настрій, однак в той же час були налаштовані на роботу. Господарі, які досі не мали досвіду з дресирування, зазначають, що отримали велику кількість корисних порад та дізнались багато цікавого про свого улюбленця. Изначально мы собаку заводили как поводыря, но, к сожалению, из-за пандемии и всего у нас не получилось. Вот, у нас ребенок эпилептик, поэтому для нас это было очень важно. Мы позвонили и решили сразу попробовать, почему бы и нет. Ну, впечатление у меня, конечно, очень, очень интересно, очень, очень немножко эмоционально. Вот, но, если честно, я ожидала от него худшей реакции, потому что он достаточно очень гиперактивный сам по себе. В принципе, мы выбирали такого товарища. Вот, но еще обычно у нас такая бурная реакция на собак. Но, в принципе, я не могу сказать, конечно, что он справился на ура, но я думаю, что у нас обязательно все получится. Это первая моя тренировка. Узнал от отца девушки. Ему то ли сообщили, то ли он где-то это вычитал на паблике. Вот, соответственно, он хотел изначально ходить с ней патрулировать, но все-таки я хозяин, так что нужно самому как-то. Мои впечатления, что она стала послушнее. Возможно, это от усталости, возможно, это потому что действительно поняла. Сообразительная, но очень своенравная.
Господарі собак, які займаються дресируванням не вперше, зазначають, що вже мають досвід у патрулюванні вулиць міста разом зі своїми улюбленцями. В своїх вихованцях впевнені на всі 100%. До новачків ставляться з розумінням та діляться корисними порадами. Вообще любая собака, она поддается дрессировке и поддается любому воспитанию, то есть там все зависит от цели хозяина, да, то есть если вот я сейчас хочу, допустим, это актуально, да, там научить собаку искать людей, допустим, либо там поиск взрывчатки, да, то есть, ну, к сожалению, это актуально, ну вот и мы занимаемся, и мы, в принципе, показываем уже какие-то результаты даже на минимальных там сроках. Мы помогаем полиции, мы патрулируем в различных районах. Я знаю точно, что собака, если понадобится что-то там вдруг, не дай бог, то есть она отработает это на 5 с плюсом. На курсы послушания я уже хожу с прошлого года. В принципе, можно сказать, почти их закончили успешно. Вот. А сейчас порекомендовали мне сюда пойти для того, чтобы собака участвовала так же, как и я, в защите нашего города, помогала нашему городу в это нелегкое время. Насколько я понимаю, моя порода идет не на защиту, не на нападение, а на то, чтобы выискивать взрывчатые вещества. По закінченню першого тренування господарі та їх чотирилапі друзі отримали багато корисних навичок, які закріплюватимуть самостійно, а також на наступних заняттях. В очах собак було видно бажання охороняти спокій одеситів вже в найближчий час, адже кращий друг людини завжди прийде на допомогу. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».